Безопасность, безопасность. Взрослые твердят нам всем. Что за слово за такое? Непонятное совсем. Чтобы было все в порядке, разберем все по порядку. Если вас с собой в гости позовут, или вам конфетку вкусную дадут, лучше отбегайте прочь от них скорей и предупреждайте всех своих друзей. Осторожней будьте, милые ребята, незнакомым людям доверять не надо. И знакомой нам дорогой шел Ванюша наш домой. Кто оставил сумку эту? Может взять ее с собой? Стой! Ты сумку не бери! Бомба может быть внутри! Школу хотели друзья прогулять. Там им контрольную надо писать. О бомбе решили 02 рассказать. Быстро сработала группа захвата. Ждет за звонок их высокая плата. Вот так контрольная вышла, ребята. Если квартира твоя высоко и добираться туда нелегко, пользуйся лифтом, но только учти, в лифт с незнакомыми не заходи, могут обидеть тебя, напугать, можешь серьезно тогда пострадать. Будь осторожней, мой друг, берегись и с незнакомыми в лифт не садись. Знай, любые провода поврежденные, беда, ведь они опасны слишком. Замыкание, как вспышка, всем покинуть дом пора. Надо вызвать 01 и сказать, что мы горим. Если звать без промедления, то со службой спасения сможешь ты спасти свой дом и соседей всех притом. Все спасатели на страже. 112 нужно скажем!